мне в настоящее время 85 лет. Это невозможно. Горячей воды совершенно нету. Без горячей воды жить невозможно. Вот. Куда только не обращались. Там сломалось, там схудело, там все прочее. И вообще отношение к домам очень-очень плохое. Очень плохое. Все сваливает на жильцов. Очень тяжело больна. Очень тяжело больна. Ни посуду помыть, ни руки не помыть, ни голову не помыть. Я не знаю, когда я мыла голову. Я не знаю. Воды горячей нету. Я хочу обратиться не только я, а весь наш дом, жильцы, обратиться к Гусеву, чтобы порядок был наведен как положено, а не так. Вот. Без воды горячей нельзя жить совершенно.